Друзья, всем привет! С вами Максим Шубин, канал «Это реально интересно». Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. И сегодня, ребят, я не один. У меня есть вот эта штучка. Это геймпад. И, соответственно, ребят, сегодня мы будем играть с помощью геймпада. И с помощью ПК. Ребят, мы будем играть на ПК. Если вы хотите узнать, как сделать так, чтобы можно было играть на ПК, да еще и с геймпадом, чтобы это было супер удобно и супер скиллово, то, ребят, напишите об этом в комментариях. И давайте наберем хотя бы 200 лайков, ребят. Ну, наберем, тогда я сделаю такой ролик. Вот. Да, если вы хотите попасть в следующий ролик, то напишите в комментариях ответ на вопрос, сколько всего у меня YouTube каналов. На самом деле это довольно простой вопрос, если знать, как к нему подойти. И напишите в комментариях, насколько из этих YouTube каналов вы подписаны. В общем, кто напишет, тот, соответственно, попадет в следующий ролик. Вот прям в видео попадет, ребят. Так что давайте, дерзайте, верю в вас, погнали! Играешь в FIFA 21 в режиме Ultimate Team и хочешь собрать крутую команду? Тогда тебе нужны монеты для FIFA 21. Их ты можешь приобрести по самому выгодному курсу на рынке без банов и кидал в моей частной группе ВКонтакте. Наша группа частная, и она доступна только по ссылке в описании, только для своих. Лично я гарантирую честность покупки. Также вы можете посмотреть отзывы и сами его написать после покупки монет. Мы продаем монеты на ПК и PS4. Чтобы купить монеты, вам нужно написать в личное сообщение группы, и там будет происходить вся сделка. Ссылка на эту группу есть в описании. Итак, что же у нас тут, ребят, интересного? Да, кстати говоря, Shadow Fight арену обновили. На самом деле, сильно много ничего не поменялось. Но вот появился новый персонаж. Но он как бы не в обновлении был, а чуть раньше даже пришел. Сейчас я вам его покажу. Так, вот он, новый персонаж. У меня даже есть две карточки, но по-прежнему, ребят, он не открыт. Если вы, ребят, хотите, чтобы я сделал обзор на этого персонажа, то, ребят, тоже пишите об этом в комментариях. Если будет много таких комментариев, то я обязательно сделаю обзор на этого персонажа. Так, вот новый персонаж, который почти открыт, но на самом деле еще не открыт. То есть надо тоже его, видимо, приобретать. Вот, у меня такая команда, в принципе, она не изменилась, единственное, поменялись уровни. То есть я чуть прокачался в этой игре, мне побольше стало кристаллов, побольше монеток. Но то ли еще будет, друзья мои, то ли еще будет. И да, ребят, если вы хотите, чтобы, например, пооткрывали какие-нибудь пакцит, какие-нибудь сундуки в этой игре, то, ребят, тоже об этом пишите в комментариях. Мне важно знать, что вам интересно по этой игре. То и будем, соответственно, ребят, снимать. Может быть, стрим вы хотите, тоже пишите об этом в комментариях. Ну что, ребятки, давайте, соответственно, сыграем. Я, кстати, на второй арене уже. Ребята, мне на второй арене. Прям тащу потихоньку. На самом деле становится все уже сложнее. И я... Ну, уже тяжеловато, на самом деле, становится играть. То есть уже не так изи катки проходят. Да, соответственно, вроде как интерес повышается. Но, с другой стороны... Ребят, что-то как-то сложно. Ладно, погнали. Так, что там у нас? Так, нужно выбрать героя. Hero. 321 очко. У моего соперника. У меня 405 кубков. А, как вам? Подготовка поля боя. Ну что, давайте версус, как говорится, версоснем. Соснем, версоснем. Пишите в комментарии, как правильно. Подготовка поля боя. Ребят, у нас новая локация. Новый локейшн. Так, ну что, это работает, это работает. Я понял. Я просто подзабыл уже, как играть здесь. Ой-ой, а что подлагивает? А зачем лаги? Лаги, как бы, ну, не нужны. Не надо лаги, пожалуйста. Вот давайте без лагов, пожалуйста. Лаги, это вообще не прикольно. Йоу. Чё-то мне... Стопэ. Пацан, стопэ, дай я поиграю-то. То есть мне даже не дали поиграть. То есть настолько это было в одну калитку, что я даже ничего не успел сделать. Ребята. Возможно, на ваших глазах будет второе мое поражение. То есть, без записи я играю, видимо, лучше. Я играю обычно на смартфоне. Вот, и там как-то вот поудачнее получается немножечко. Ну ладно, погнали. Короче, жесть. Хотя бы один раз ударить. Матерь божья, я не знаю, почему он быстрее просто ударяет. Это как вообще работает? Возможно, кстати, на ПК хуже даже играть. Возможно, не знаю. Есть такое ощущение, ребят. Есть такое ощущение, что на ПК хуже получается играть. Потому что какие-то лаги непонятные откуда-то взялись. Вообще хз. Нормально. Наконец-то все-таки я завалил первого персонажа у моего соперника. Грейтабл. Но на самом деле мне очень мало хп осталось. Так что это бабка надвое сказала. Сможем ли мы вообще победить в этом бою. Плюс как бы у соперника меньше кубков. И соответственно я очень сильно могу пострадать. Ну, скажем так, в репутационном, в кубковом плане после этого боя.
А выиграть сильно я не смогу, по всей видимости. Ну что ж, поехали, ребят. Файтушка. Опачки. Матерь божья. Как тебе такой, Илон Маск? Матерь божья, что я творю? Я просто бешеный Джо. Бешеный Джо, называй меня бешеный Джо, друзья мои. Хо-хо-хо, Максим Шубин, ты еще... Еще не совсем старый, оказывается. Еще кое-что может, друзья мои. У-ху-ху. Ну что, подсравнялись. Какое-то слово, странное словосочетание. Сравнялись. Вот пусть будет так. Сравнялись, так. Окей, правда, у него один персонаж остался. У меня как бы, ну как бы, один с копейками. Один с кепкой. Окей, погнали. Давайте начнем тоже с этого удара. Все. Ну, в принципе, у него 595 осталось. То есть, как бы немного, но у него теневая энергия как бы сейчас поднакопилась. Вот в чем фишулечка-то, друзья. Вот в чем фишулечка. Ну, в принципе, у меня персонаж более высокого уровня, как бы, да? Вот, но... Теневой энергии похуже будет у меня, конечно. Раунд 5, ребят. Пятый раунд. Все или ничего, как говорится. Матерь божья, что за хурма? Я понял. Матерь божья, что за хурма-то? Это было хреновенько. Где я-то? Я не знаю, где я. А, это я-то, блин, я-то слева, оказывается. Я реально думал, что я справа. Ребят, обидное поражение на самом деле. Реально очень обидное поражение. То есть я совсем чуть-чуть у него взял КП в этом раунде. Это было фиаско, братан. Минус 7. Ну, окей. Я на самом деле согласен. Я даже не буду вырезать, типа, я такой офигенный скиллой чувак, у меня только победа. Ребят, мне только true. Только правда. То, что я проигрываю, я думаю, это нормально. Это нормально. Выигрывать — это офигенно, это круто, это радость, это Вася! Просто, ну, круто, в общем, радость. А проигрывать нормально, ребят. Так что давайте еще один бой. Без всяких там вот этих вот, типа, я только побеждаю. Нет, ребята! Вот мы достаточно долго ждем, и нам уже предлагается разиться с ИИ. То есть с искусственным интеллектом. Нас это не устраивает, друзья мои. Я хочу с реальным чуваком. Или чувихой. Так, все, загрузились, наконец-то. Ура! Я беру, пожалуй, этого сначала персонажа. Он вроде... более боевитый, не знаю, или может мне просто удобнее ему управлять. В общем, погнали. Да и плюс вот эти вот доспехи у него такие прям железы какие-то метонные. Раунд первый. Ну что, ребят, начнем. Начнем вот с этой, с метательного оружия, так сказать. Нет, говно, не очень. Что это за хрень? Бляха-муха, что за потрачено? Просто потрачено и не расплачено. Пошел ты к черту, Василий Михайлович, пошел ты к черту. Как тебе такое, а? Отлично. Хотя слабенько на самом деле получилось. Могло быть сильнее. На, критическая атака, писец. Да что такое-то, блин, просто не везет. Ну я не знаю, ребят, ну 300, опять я не знаю, вот первый раунд как-то вот так получился. Не, на самом деле очень неприкольно, что-то мне не нравится, ребят, я не знаю. Как-то пока нету, не в ладах я. Что-то какие-то подлагивания, ну вы видите, да, друзья мои, вы видите их. И я тоже вижу, и это прям не очень-то как-то. Фу, как говорится. Так, это было хорошо. Это было очень хорошо. Это было хреново. Это было хорошо. Дальше. Мой, матерь божья, это просто какие-то сплошные лаги, ребят. Не знаю, что-то много лагов на самом деле.
чувствую, за это вы дизлайк можете мне закинуть. Но, в принципе, это справедливо будет, так что, как бы, я окей, нормально. Что-то лагов много, я, ребят, я не знаю, почему много лагов. Вроде как я уже пробовал играть на ПК, было нормально. Возможно, сбились настройки, друзья мои. То есть, может быть, мало ресурсов хавает ПК. Эта игра, соответственно, вот эти вот лаги присутствуют. Не знаю, ребят, надо, конечно, это посмотреть, пофиксить. Я посмотрю после этого боя. Так. О, шайсе. Киндер. Вот это было хорошо. Вот это я люблю. Вот это я уважаю. Вот это я люблю. А это, бляха-муха, это очень неприкольно. Это было болезненно. Матерь Божья, братан, спасайся! Красавчик, просто красавчик. Е-рок, как говорится. Лайки, комментарии, подписки. Колокольчики, ребят. Колокольчики, бубенчики, так сказать, бубенчики. Ну что? Держим кулачки, ребят. Держим кулачки. Мы должны затащить. Мы должны затащить, ребята. Верим, надеемся. И деремся. Да, раунд четвертый. Так, выпили. А, хорошо. Реально. Ну что, братуля, матерь божья. Да что такое-то, я какую-то дичь творю, просто дичь. Ой, хорошо было. Черт, ну... Ну, камон. Ну, что тут сказать? Поднимался и запнулся. Я за него. Ладно, выбираем героя. Погнали, ребят. Сейчас, ну, я не знаю. Что-то я последний раунд как-то тоже слабенько провожу. Посмотрим, ребят. Я постараюсь, ребят. Я постараюсь. Давайте. Просто лайки, комментарии, ребят. Не поскупитесь лайк поставить. Раунд пятый. Также можете финансово поддержать. Оформите спонсорскую подписку на мой канал. Я буду крайне признателен вам. Так, давай. О, мать. Ой, это что сейчас было вообще? Братан, ты что делаешь? Просто какого ляда? Ёп, еще эта хрень, что ли, залетела? Матерь Божья. Матерь Божья, чувак. Братан, братишка. Матерь Божья, братан, держись. Есть, ребята, есть победа, черт возьми, это супер потная победа, это, наверное, самая потная победа в этой игре, ребята, это было очень потно, очень тяжело. Так, плюс 28, ну это хорошо, ребята, 426, это нормально. Золотишко, бонусная карта, забираем, я не знаю, почему-то подлагивает игра, я сейчас, короче, посмотрю, в чем проблема. Друзья, я, в общем, немножко поменял настройки. Настройки эмулятора, через который я, собственно, играю на ПК, надеюсь, будет лучше. Надеюсь, будет меньше лагов или их вообще не будет. И мы снова вступаем в бой. Посмотрим, что из этого получится, друзья мои. Надеюсь, будет лучше. Итак, нашли соперника. Рашид 450 у него. Это прилично. Рашид, ты прям... Рашид. Рашид, ты прям Рашид. Ну реально. 450, это серьезно. Это очень серьезный соперник. То есть нам все по возрастающей, конечно же, идет. То есть этот соперник впервые в этом видео... По количеству кубков выше меня. Посмотрим, что из этого получится. Матерь божья, что-то пролагало сейчас. Ну ладно, раунд первый, поехали. А, я понял. Я слева. Оп, я справа, вернее. Ну что такое, опять на дыбы меня взяли. Дыбовозка. Что-то как-то не очень, да? Что это было сейчас? Я понял. Что, серьезно? Вот так чувак собрался меня сделать сейчас?
сработало. Это, черт возьми, сработало. Ай-яй-яй, ребята, ай-яй-яй просто, ай-яй-яй. Да, это сработало. Это сработало, ребята, он меня сделал в этом раунде. Рашид. У Рашида есть тактика, я вот понял. Рашид довольно тактичный. Тактичный парень, у меня тактики не было, я просто фигачился. Так что, ребят, надо тоже это брать на вооружение. Так, ну что, раунд второй. Я опять с этой стороны, блин, это не круто. Честно. О май гадабл. То есть он на контратаках как бы работает. Шайсы, просто пацаны, шайсы. Просто полное дерьмище. Почему? Потому что он одним чуваком моих двоих уже вынес. Ребята, это вообще что? Это вообще как? Первый раз меня вот так жестко нагибают в этой игре. Это происходит на ПК. Это происходит с помощью геймпада. Так что, ребят, возможно, имбови играть все-таки на смартфоне или планшете. Не знаю, ребят. Но что-то пока здесь вот не особо-то мне везет. Ну что, давай, братулек. Есть. Наконец-то, черт возьми, я его все-таки смог победить. Хотя бы одного его героя. Ну, в принципе, как бы есть шансы и других завалить, но... Но, ребята, очень большое но. Раунд четвертый. Полетели. А будем аккуратнее действовать. Тоже тактику какую-нибудь. Давай, братуля. Пока не подмигнули. Теневое выжигание. Блин, ну это да, это критическая атака, друзья мои. Нормально. Это было хорошо. Но май гадабл, ребят, май гадабл. Просто май гадабл. Есть. Правда, у меня осталось всего лишь 190, и у него один персонаж полный. Целый, невредимый. И соперник-то непростой, ребят. Вообще непростой. Так что это будет сложно. Это будет пиздец как сложно. Ну что, не получилось, ребят, не фартануло, как говорится. Два поражения. Ну вот что могу сказать. Вот я не знаю, мне вот, видимо, больше нравится играть на смартфоне, а не на ПК с геймпадом. Ну вот, видимо, так это получается, ребят. Я больше не знаю, как это еще объяснить. Получилось не слишком-то удачно. Все-таки, ну так себе. Что-то как-то где-то там подлагивает, что-то какие-то. А это все-таки файтинг, здесь надо все прям быстренько. Это как шутер, только файтинг, да. Ну, то есть должен быть высокий FPS, и этого здесь не было, по всей видимости. Ребят, надеюсь, все-таки вам понравился ролик. Если так, почему бы не поставить лайк, подпишитесь на канал, друзьям расскажите, колокольчик нажмите. Подписывайтесь на все мои социальные сети, также можете поддержать меня финансово, можете оформить спонсорскую подписку на мой канал. Вот, буду рад вас также видеть впредь в новых роликах. Пока-пока.